Николай Николаевич, как провели отпуск? Ну, отлично, да, набрал сил и провел с семьей, съездили, отдохнули. С новыми силами, новым сезоном. Традиционный вопрос. Чему будут посвящены первые тренировки на сборах и как будет меняться по ходу сборов нагрузка на игроков? Ну, понятно, первые дни будут втягивающие, ребят, подготовим к нагрузкам. На этом этапе, да, закладывается база, фундамент на сезон, да. Не будем торопиться, сделаем все правильно, да. Стараемся их подвести к играм в основном. В этом межсезоне команда практически сохранила свой состав, новичков было не так много. Вам, как тренеру, это сильно облегчает работу, что, в принципе, вы всех хоккеистов хорошо знаете уже? Ну, здорово, что команда сохранилась, костяк. Ребята знают и систему, знают требования. Ну, должны показывать лучший результат, да, чем в прошлом году. И как тренеру, да, мне легче, да, и знаю ребят, когда кто в какой форме и что требовать от них. Заключительный вопрос. С этого сезона в ваш тренерский штаб вошли два новых специалиста. Это Вадим Тарасов, Алексей Рябков. Немножко расскажите о них, о том, как вот уже настроено взаимодействие внутри вашего тренерского штаба. Ну, в принципе, у нас было до этого, мы встречались до подписания контракта, знали этих ребят, да, что они профессионалы, уже озвучили, что они делают, и есть полное понимание, да, с ребятами. Надеюсь, они усилят наш тренерский штаб.